Выпрямление шоссе космонавтов планируют завершить в 2018 году. Об этом заявил глава Краевого министерства транспорта Николай Уханов. На реконструкцию дороги из бюджета потратят 200 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. При этом многострадальную трассу до аэропорта будут выпрямлять не полностью. Больше всего изгибов, которые и не угодили чиновникам, неподалеку от деревни Ванюки. Именно на эти повороты больше всего жаловались водители после введения дороги в эксплуатацию. Несмотря на дополнительные траты из бюджета, большинство автомобилистов поддерживают инициативу по выпрямлению шоссе космонавтов. Ну что же, оно кривое такое, кто его такое сделал, спроектировал? Зачем? Там ширина вот в этих поворотах, ширина проезжей части, ну, недостаточная для проезда трех автомобилей одновременно, вот как оно, трехполосная. Вот в этих зигзагах, в этих, я не знаю. Ну и опасно для безопасности, прежде всего. Неудобно ездить, особенно зимой. Скользко, завороты резкие. Ну, дело в том, что я-то уже знаю, если эту дорогу. Я знаю, где какие повороты. А если человек, допустим, откуда-то приехал, он вот тот, который не знает эту дорогу, раз, тому, конечно, сложнее. В Минтрансе заявили, что проектировщики уже нашли технические решения по выпрямлению кривых участков дороги. Однако заторов все равно не избежать. Основные работы будут происходить летом, в дачный сезон. Подрядчику нужно будет успеть к концу года завершить основные работы по укладке асфальтобетона. В любом случае, водителей на этом участке в этом сезоне ждет очередное испытание.